Задумывались ли вы, почему троечники бывают более успешными в жизни? И слышали ли выражение «синдром отличника»? Зрители наших прямых эфиров в Инстаграм теперь знают об этом многое. СВТВ продолжает серию прямых эфиров с крутыми спикерами, психологами, карьерными консультантами, преподавателями Уральского федерального университета. В Инстаграм-аккаунте СВТВ мы поговорили о том, почему не так важен ваш IQ, почему отличники иногда становятся неудачниками и как стать классным специалистом, развив свой эмоциональный интеллект. Мы говорим о человеке с развитым эмоциональным интеллектом, как о человеке популярном. То есть это человек, к которому тянутся. Во-первых, он умеет выслушать, он умеет высказать свои идеи так, чтобы они были понятны собеседнику. Его эмоции адекватны. Вот сейчас большая проблема в том, чтобы правильно свои эмоции выразить. Свои вопросы в ходе прямого эфира задавали и наши подписчики, а также запоминали полезные упражнения, которые помогают развить эмоциональный интеллект, а значит и стать успешнее. Очень полезно просмотр фильмов без звука, когда мы смотрим на героя, видим его эмоции, предполагаем, что он сейчас говорит или думает об этом, особенно если это иностранный фильм, да, там по губам не прочитаешь то, что он говорит. Затем мы включаем звук или отматываем, например, назад и смотрим, угадали мы или нет. Если вы не успели побывать на нашем уникальном прямом эфире, можете найти его в Инстаграм-аккаунте СВТВ. Обязательно посмотрите, обещаем, это очень интересно.